Бля. Всем бобра, дорогие друзья, сегодня продолжаем проходить Resident Evil 2 ремейк. В прошлый раз остановились в том, что мы зашли в часовую башню. Сейчас нам нужно пройти вот сюда, спуститься в подвал, выйти и зайти вот сюда. Нет, вот сюда. Да, сюда. Если сейчас будут здесь какие-то мутазводы, нам будет очень плохо. Мы буквально на одну тычку. Блять, опять... Дядя! Ты охуель? Ты охуель? Ебать, он охуело переел. Бля, буду охуело переел. Что, блядь? Блин, я не пойму, почему библиотека до сих пор у меня не свапнулась. Так, это не библиотека, явно. Ебать, он мне чё по лаху дал. Угу, смачное начало, блин. Да где, блядь? А, вот он, этот дятел. Все нормально, нормально. Пробежали его, и все, это не страшно. Остальное все херня, остальное все заживет. Сейчас главное добежать до туда, спуститься вниз в подвал. Я не думаю, что он пойдет со мной в подвал. Потому что за мной по подвалам шляться, это страшно. Кстати, вот здесь вот среди записочек, это блядский случай, уйди нахуй, мудозвон. Что, блядь, тебе не спится? Встал он, блядь, рвет с утра пораньше. Так, здесь ничего нету. Почему здесь белый вход? Там, по идее, должен быть красный, если я не ошибаюсь. Третий. Четвертый. По идее, ключа красного у нас нету. Так он и нам нахуй не нужен. Блять, он еще и дергается. Давай, блядь, пей еще окно, сломай тебя, аж мне еще не хватало для сладкой жизни. Будет забавно, если он сейчас спереди там такой. О, привет! Давно не виделись. Нам, как черепашкам ниндзя, сейчас нужно в люк ретироваться сперва, перед тем, как сюда зайти. Так, сперва ретируемся в люк, вставляем там флешку. Так, слава богу, дохлая псита. Блять, пизда! Ебать, сколько их там по звукам? Знает, сколько их там по звукам, честное слово. Но по звукам дохуя. И так мы проебали все патроны. А, не. 5 патронов. Но я не думаю, что 5 патронов хватит против всего дятла. Ёбаные пситы, честное слово. Блять, такой звук, будто они сейчас за мной пошли. Нам нужно туда попасть. А там... Туда мы никак не попадем, получается. Здесь мы тоже можем только залезть. Понятно, окей. Значит, нам только с пситами разбираться. Сохранений у нас тоже нету, заебись. Все, три пситы? Надеюсь, больше нету. Блять, для считывателя. Сука. В изолятор нам надо идти сперва.
Как-то это все грустно довольно-таки. Невкусно. Да-да-да-да-да-да-да. Утебозички мой. Ой, блядь, вы же все твари повыходите. Я ж вас знаю. Так, ты спокойно вот и стой. Ну давайте, раз. И два. И сейчас будем решать головоломку. Так, запись идет, все шикарно. Хорошо, что нам надо? Нам надо явно вот это вот суды сделать. Ага. Подождите, нам нужно сюда запитать, я так понимаю. Так, сейчас сообразим. Все, раз есть. Раз контакт есть. Все, отлично. Ну, а, давайте, открывайте все, блядь, двери. Что? Мне ж патрон нихуя нету. Да, но это не объясняет слухи о приюте. Есть одно забавное совпадение. Его спонсирует Umbrella. Ты говорил, что это интервью о новом гранте Umbrella. Да брось, Аннет, всем наплевать на это. Люди хотят знать о Г-вирусе и о... Откуда ты узнал о нем? И о ебаной выгребной яме под городом, которая, по слухам, связана с подземной лабораторией. Так может, чем? Расскажешь мне что-то или... Интервью окончено. Откуда он знал? Подожди, кто этот журналист? Окей, окей. Так, карточка для по съебам. Так, запишем. Пилочка, супер. Что тут происходит? Запиписька. Записка Бена. Участок кишит чудовищами. Даже сюда доносятся их вопли. Но пугают меня не зомби. Проект под кодовым названием Тиран. Совершенное биологическое оружие, которое эти ублюдки создавали в строжайшей секретности. Как представлю себе, что эта тварь бродит где-то здесь. Не удивлюсь, если они приказали своему творению избавиться от свидетелей. Так... Идите нахуй. А я вас наебаль. Иди ты нахуй, ты блядь, здесь. Сколько можно? Ты что здесь забыл? Не бей, дядя! Бежим! Он-то, блядь, что здесь забыл? Да ёбаный шашлык, иди нахуй! Беги! Не стой! Блядь, а как он вообще пролазит? А, я понял. Двери для трусов, я понял, двери для слабаков. Hello, it's me. Ой, я скриншотик сделал, ребят. То, что нужно, заебись. Я буду делать скриншотики. Во, вот это я хочу. Тебе не надо. Я скриншотик хочу. Я хотел скриншотик. Так, ты... Белый скриншотик. Вау, какой кадр. Сохранить. Сейчас я скриншотики посохраняю.
Во! Охереннейший кадр. Все, я знаю, что будет на превью в этом ролике. Это огонь. Я уже дважды спасла тебя. Не знал, что мы ведем счет. А вот это вот зря. Это не его. Ты что, издеваешься? Ну хуёво ты меня спасла, честное слово. Почему все оживают? Ну блин. Кстати. Что? Пропуск у тебя? Ну да. Да. И это. Надеюсь, ты объяснишь, что это? О чем они. Возможно. Подожди, это интервью с ней было? Когда послушаю. Понятно. Пойдем. Нас слили. Мы слиты. Нас просто слили. Хорошо. Пропуск у меня. Или она его забрала? Нет, пропуск у меня. Теперь можно открыть ворота. О! Бесконечный дождь. Достижение. Кстати, интересно, оно есть или нету? Мне, по-моему, нужно настроить, чтобы Steam сверху всплывал. Здесь у нас все зачищено. А где мы ключ Буби проебали, пацаны? Как мы умудрились его проебать? Червовую дверь. А ведь, блядь, он же где-то есть. Мы же, допустим, в офис шефа еще не зашли. И что, блядь, с библиотекой не так? Здесь и дисковый замок. Здесь только исключительно доска и два сосуна. Здесь червовая дверь. Все, часов не зашли. Я забыл, что Леон не умеет нагинаться. А нет, ее не она точно зовут. Ее Ада зовут. Это ты искала? К сожалению, нет. Бен не справился. Тогда что тебе нужно? Информация от тех, кто устроил все это. А ты что? Решил спасти мир? Я дал лейтенанту слово, что разберусь. Что ж, удачи. Блин, почему здесь зомби нету? Тупик. Пройдем через этот оружейный магазин. Да ладно. Я-то думал, там дорога в рай. Ну или в ад хотя бы. Вау-вау-вау-вау, полегче. Полегче, это вообще законно? Ну и бардак. О! 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 Блять, в Ракон-Сити на улице рядом с полицейским участком стоит оружейный магазин. Супер. О, еще одно достижение. В погоне за Джилл. Прочитайте письмо, отправленное Джилл. Владельцу магазина. Кенда, похоже, у тебя есть свои причины, чтобы остаться, и я верю, что ты сам сможешь себе позаботиться. Если ситуация ухудшится и у тебя все выйдет что-то придумать, не выйдет что-то придумать, ты знаешь, где меня найти, сделаю все, что можно. Сейчас. Джилл. Супер, патроны для нашего пистолета-пулемета. Стоять! Я вас не трону. Я сказал, стой там! Мне просто надо пройти. Прошу, опустите оружие. А, еще чего. Разворачивайся и уходи, откуда пришел, ясно? Вашей дочери нужна помощь. Не смей говорить мне, как обращаться с дочкой. Бросай. Нет! Стой! Отойди. Убьем ее, пока не обратилась. Блять, это так жестоко на самом деле. Это, блять, моя дочь.
Ада. Оставь их. Эмма. Тыковка, я просил не выходить. Папа. Да, Эмми. Папа здесь, я с тобой. Слышишь? Подожди, я не в здании. Почему дождь идет? Что они с нами сделали? Блядь, какая красивая детализация. Чёртовы твари. Ты коп. Ты должен знать, почему все это произошло. Ну да, ментов в первую очередь информируют о таких ситуациях. Она была нашим ангелочком. Мама. Блядь, девочку так жалко. На самом деле, мама, реально спит, очень. Детка. Хорошо. И тебе пора в кроватку, да? Эмма. Уходите. Просто оставьте нас. Ну, бля, это реально очень жестко. Что-то бесконечный дождь нагоняет тоску, которая идет даже в здании. Одно дело скрывать правду от меня, но от него... Он застрелился, по-моему, да? Я хочу знать, что тут. Но дождь на кого оставил, если он застрелился? Помогать таким, как он. Вот ради чего я стал копом. Моя цель — помешать планам Амбреллы. Мы можем погибнуть. Если так, мы спасем город. Я в деле. А, мы вышли из магазина. Все, понял. Понял. Ты ведь слышал про Амбреллу? Они создают биооружие, прикрываясь медициной. У них есть вирус. Он обращает людей в неуязвимых монстров. Это многое объясняет. У нас есть граната и цепь. Отлично. Или как он правильно называется? А, длинный ствол. Зашибись. Поэтому я ищу Аннет Биркин. Именно она выпустила вирус на свободу. И я собираюсь убить ее. Сколько они этого вируса понапечатали, мне интересно. Во всех частях вирус вырывается. Ну, почти во всех, ладно. Седьмой он не вырывался. Этот путь приведет к Аннет. Учитывая сказанное, канализация идеально подходит. Вот-вот. После вас. О, благодарю. А ты что не идешь? Пойдем? Все, пойдем. А то мне одному цикат найти. Сложно поверить, что ученый полезет сюда. Судя по моим данным, этот путь ведет прямо к секретному комплексу. Да ладно. Канализация обслуживает город. Как они могли построить комплекс без ведома властей? Добро пожаловать в штат. Амбрелла давно управляет Раком-Сити. Так, где-то в туннеле есть какая-то записка, я уверен. Ну, по крайней мере, какой-то лут тут точно есть. Где-нибудь потрошки. Вообще этот сейф вроде бы... Боже, бабах. Это землетрясение? Очень надеюсь, что да. Но судя по рыку, это не похоже на землетрясение. Будем честны. Ой, какой красивый крокодильчик.
мы столкнемся. Ага. Чатная машинка, сохраняшку вы дадите или нет? У меня серьезно нету сохраняшки. Ребята. Так не катит. О, ебать, 4 патрона появилось здесь. Без сохранения это не катит. Что за бьют в мою сторону? И чё, я один дальше иду? Что за приколы, я не понял. Может, мне страшно? Вот ей сейчас опять придется меня спасать, и она потом будет гундеть, что ей опять пришлось меня спасти. Так. Ой, блядь, ну в чем проблема была в той комнате сразу положить сохранение? Я не понимаю вот этих вот, бегай туда-сюда, принеси, убеги. Это сделано просто, чтобы я промотал лишний круг. Ну да. Положили бы ее хотя бы возле двери где-то. Так, сюда тогда. Бабах. Пять? Ты еще можешь вернуться, Леон. Не дождешься. Я с тобой до конца. Какие мы храбрые. Да блять, говно. В мочу. Нам точно сюда надо? Увы, да. Жди там. Спасибо. Спасибо, папаша. А то я бы не догадался, наверное. Твою же мать! Да чё сразу мою же? Да, блядь, я ж ходил. Приятного аппетита. Ебать, что это походка? Ебать, что это за флекс? Она решила просто пофлексить передо мной. Это нормально, это супер. Хорошо, крокодильчик. Опять? Ты еще можешь вернуться, Леон. Не дождешься. Я с тобой до конца. А, мне здесь не надо, мне только левое и право. Все, понял. Принял. Твою же мать! А, что? В смысле? В смысле, я же... Да блин! Ада, дай пройду. Бля, она как Майкл Джексон ходила. Что за странные дела были? Итак, сегодня нас съел 2 раза крокодил, уебал 1 раз титан. Какие еще сегодня будут итоги? Ты еще можешь вернуться, или... Ага. Не дождешься. Я с тобой. Да, блять. Давай. Давай, лево руля. Лево руля, братан. Бежим. Бежим. Твою же мать! Выравниваемся. Бежим. Право руля. Отлично. Бежим. Серия из 2 кукусов. А, он сам выравнивается. Ебать, лево. Ты что, ебать, дядя?
Куда? Лево, право? А, все, заебись. Бджух. Абаджиджи. Что, вкусно? Переросток долбанный. Крокозяблик несчастный. Хорошо, куда дальше? А, наша мадама здесь. Леон, сюда. Что это было? Поднимайся уже. Поднимаюсь я. Я же говорила, что вирус превращает людей в монстров, не рептилий. И то верно. Но ты меня впечатлил. Блять. Представляете, пацаны? Упал в канализацию, в мочу, в говно, пробежался пару метров и впечатлил женщину. Вау. Вау, это супер. Всем бы так. Наверное. Объясни-ка мне, кому Амбрелла продает подобных тварей? Нашим военным? Еще кому-то? Они продают не тварей, а вирусы для их создания. Ну а вирусы создает Анет. Аллигатор был опасен, но Анет куда опаснее. Хорошо. Хорошо, it's okay. It's very good. Это явно невинно. Назовитесь. Анет Биркин. Ее мы искали. Времени мало. Надо уничтожить его. Нам нужен Г-вирус. И не мечтай. Не глупите, доктор. Или что? Эй! Стой! Ада! А кто стрелял-то, блядь? А, подожди, а как? Вы а не получите Г-вирус! Подожди, они побежали за ней, и она начала стрелять. Неплохо для ученого. Леон! Оставь меня. Иди. Ты должна остановить ее. Ну, Ади так-то похер, она уйдет. Я рядом с комплексом. Преследую Анет. А, нет, она его накрыла пальтом. Пальто. Пальто. Цель в улье. Пальтишком. Раз у нее ничего нет. Это кого она сожгла? Я не понимаю. Когда стану, запрошу эвакуацию. Беги, беги. Леонет, на тебе не спрятаться. Сейчас начинается веселуха, я так понимаю. И здесь мы можем пойти наверх. Хорошо, где мы что не взяли? Здесь же где-то что-то есть. Но где? Может, патроны или что-то маленькое, может быть. Ага, он у него не хочет даже стрелять. Почему? А это такой намек, типа, в это стрелять нельзя. Может, у Леона что-то можно украсть? Нет? Ну ладно. Так, хорошо, так где я что здесь не взял? Почему оно подсвечивается красным? На лестнице не поднялся. Сверхтехнологии. Достала из своей сверх...
из своего сверххорошего места. Время для спецоружия. Так, и что мне это дало? Где-то типа электричество заработало, и мне здесь нужно подняться. Да не, вроде не так работает. Или типа мне вот это... А, все, понял. Все, дочоль. Она вот не боится, что ее лопасти может уебать? Блять, такая прям спокойная. Проще простого. Ебать, что и проще простого, нихуя себе. Да ты, мадемуазель, прям жжешь. Так, тараканы. Тараканы, тараканы, тараканы. Не достаем. Не достаем. Достаем. Раз, включаем. Ага. И вправду, блядь, сверхтехнологии. Ее бессмертие. Вот сверхтехнологии взяла, а оружие нормальное не взяла. Все, понял загадку. Так, направили запрос еще на прошлой неделе, но... Нам просто необходимо получить новый IT-браслет как можно скорее. Без него нам не добраться до некоторых участков компании. Короче, у моей команды до сих пор нет доступа к месту проведения работы, так что пусть кто-нибудь только попробует обвинить нас в том, что мы задерживаем сроки. Хорошо, это намек на браслетики. Блять, я слышу зомби. Причем очень страшного и злого кого-то. И причем ни одного. Судя по всему, нам нужно включить питание и вернуться вот сюда. Ебать, он еще проснулся, заебись. Лучше бы вместо какую-нибудь аннигиляторную пушку взяла, я отвечаю. Было бы полезнее, честное слово. Так, это где? Это сверху? Это сверху. Значит, туда нам надо, получается. Хорошо, где-то он там рычит. Урчит. Да ебать, ебать, какая красивая. Да ебана рама. Лапу убери. Упади уже. Ладно, я понял, про темп ускорить. У нас тут нелегкая прогулочка. С одним патроном. Ебать! Иди нахуй. Да ебать, еще десантный спецназ, заебись. Вас только мне, блядь, здесь не хватало. Угу. Супер, то, что нужно. А зачем я сюда шел?
Айда, айда, идем. Идем, работяга. Я не понимаю, нахуя такой вирус нужен даже? Вот чисто, если предположим, это биологическое оружие, там, хуистическое, баллистическое. Но, блядь, вот, а какой от него толк? Вообще кто-нибудь отдается? Вот не пойдешь с этим оружием по городу, да? Но, блядь, город же весь станет негодный. Ты не захватил власть. Тебе потом еще придется очень много миллионов потратить на борьбу с этой хуйней. Извиняюсь за выражение, но так оно и есть. Типа это просто трата денег впустую. Ебать их здесь, конечно. А почему я сразу не мог подняться? Что не так? Я не понял. А как? А в смысле? А здесь надо что-то включить или что? Или кто? А где включается свет? Где здесь что включается? Кто я, блядь, здесь не включил? Вот я так понимаю, мне нужно было вообще в конец пройти. Так, ну а чё, смысл? Ну вот я здесь. Отсюда мы пришли. Или мне надо было что-то, блядь, отсканировать этой хернёй? Какие-то провода опять. Ну да. Вот они. Так, хорошо, а дальше где что нужно включить? А, все, заработало. Ага, ага. Угу, супер. Супер, их трое. Да пиздец. Выживет? Выживет. Если мне сейчас щепалах не прилетит, то выживем. Не прилетело, аптечки нету, блять. Грустно. А чисто так плохо. Здрасте, блять. Быстрее беги! Попалась. Да нихуя она не попалась. Сейчас опять съебется в трепет до колена. Отдам тебе должное. Ищи ее, потом трещи. Ай, так, налево-направо. Так, здесь что? Здесь ничто у нас. И здесь ничто у нас. Она ушла сюда. А ты настойчив. Кто? Кто? А что, блядь? Уйди. Что он здесь делает? Настойчивый этот дятел-то. И здесь, блядь, он меня нашел. Вентилятор. Ага, блядь. Охуенно. Шикарно. Невъебенно. Надо круги теперь, блядь, писать. А где? А что? Кто? Ну давай побегаем кругами. Так, хорошо, где мы можем его еще убежать? Титан. Да, блядь. Там нет квадратных съебат, можно. А в них не едят? А в смысле не едят? Угу. Блядь, ебать ебеня.
Опять? Ты еще можешь вернуться? Не дождешься. Я с тобой до конца. Не дождешься. Я с тобой до конца. Нам точно сюда надо? Увы, да. Так, раз. Твою же мать! Он сам выравнивается, и теперь влево. И все. Или не все. Так, по идее все должно быть. Да, все, супер. Ой, блядь, надо сохраниться будет. Надо будет сохраниться. Что, вкусно? Переросток долбаный. Блять, здесь граната есть. Здесь граната где-то лежит. Объединись. Леон, сюда! Что это было? Поднимайся уже! Так, и опять 25. Ну, не стой в проходе. Я же говорила. Что вирус превращает людей в монстров. Не рептилий. И то верно. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Что там по времени? 42 минуты. Нормально. Объясни-ка мне. Кому Амбрелла продает подобных тварей? Нашим военным? Еще кому-то? Они продают не тварей, а вирусы для их создания. Ну а вирусы создает Анет. Аллигатор был опасен, но Анет куда опаснее. Эх, грустно это все. Грустно. Грустно. Чётная машинка. Ладно, давайте сохранимся здесь, чтоб недалеко. Все, супер. Это мы все видели. Пропускаем. Беги. Беги, Анет. Здесь ничего нету. На тебе не спрятаться. Здесь обязательно нам нужно посмотреть, скипнуть эту сцену опять. Опять все по новой. Ты чайник надо достать. Так, достаем. Это раз. Это разгоняем. Все, супер. Тараканы. Так, вот тут мы можем обойти без потери патронов. Просто подбегаем, здесь ничего нету, забираем этот листочек. Хотя мы его читали уже. Просто съебываемся.
Здесь забираем патроны. Здесь вроде бы у нас ничего не было нигде. Поэтому просто бежим в самый конец. Уйди в жопу, мудозвон. Да, блядь, не в тот угол. Тварь. Флешку нам по-любому надо будет сохранить. Это вот прям по-любому обязательно. Да ёбаный десант. Все, супер, дверь от... Дверь открыли, объединяем патроны, 27 патронов. Это шумовая, и вроде здесь на этом все у нас, да. Можно устраивать план побега. Так, ты лежишь, вот и лежи. Тихо. Отлично, хорошо. Хорошо обежали. Так. Блять, я запутался. Куда мне сейчас? Мне прямо. Да, блять, хули вас... Ладно, окей, флешку мы проебали просто. Бездарно. Хорошо. Бежим за ней. Отдам тебе должное, Нед. Бегать ты умеешь. А ты настучишь. Сразу взламываем. Не тупим, открываем дверь. И сразу забегаем. Здесь где эта хуйня? Блять, куда эти провода ведут? А, она закроется? Нет, не закроется. Все, дядя, дядя, отстань. Дядя, не надо. О, патроны. Супер, у нас прям много патронов. А решетку выбить? А. Нихуя себе. Супер, у нас очень много патронов. Это хорошо. Это very well. Печатная машинка. Сохранение, отлично. Аж целое одно, спасибо. Давайте тогда остановимся на этом моменте. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока.